можешь бороться и победить, потому что ты сражаешься не один. Ты стал мужественным. Вы больше не боитесь. Страхи и тревоги остались позади. Поднимите свой меч и продолжайте сражение. Приготовьтесь к грядущему благословению. Ты покоришь землю, которая лежит перед тобой. Я дам тебе ответ и выход в любой ситуации. Я помазал тебя своим духом, чтобы исцелить и ободрить многие сердца. Я также благословлю вашу семью, я принесу мир и гармонию в ваш дом. Скоро вы почувствуете что-то другое. Мое присутствие воцарится в вашем доме, и все злые силы, которые причиняли беспокойство, уйдут навсегда и никогда не вернутся. Ищите меня, и вы найдете покой для своей души, на меня, на мои обетования, на мое слово будет ваше упование. Я твой Бог, твоя скала, твое здоровье, твоя сила, твое спасение. Держись за мою руку, и ты никогда не упадешь. Я твой защитник, ты, Господи, твой целитель. Теперь всеми силами верь в меня и держись за меня всем сердцем. Хмурись, я люблю тебя. Я был, есть и всегда буду с тобой. Я хочу, чтобы вы молились за свою семью, вам это необходимо. Твоя молитва действенна и могущественна. Вы много раз видели, как я отвечал вам, когда приходило мое присутствие. Это время, через которое проходит ваша семья, принесло им много трудностей. Вы можете видеть на их лицах улыбку, но внутри они страдают. Встань перед моим алтарем на колени, начинай ходатайствовать и взывать. Я окружу вашу семью осадой духовной защиты. Я не позволю врагу напасть на них. Я избавлю их от болезней и несчастных случаев. Я вложу мудрость в их сердце. Я открою двери, которые были закрыты, и вы сможете увидеть много хороших возможностей, которые казались скрытыми. Я дам вам силу, мир, спокойствие и вдохновение говорить с вашими близкими с любовью, чтобы вы никогда не говорили с ними обидных слов. Чтобы вы действительно понимали, что они чувствуют, и понимали, через какие трудные ситуации они проходят. Когда вы находитесь рядом с ними, обнимайте их, с любовью поглаживайте их головы. И когда вы будете это делать, час ваших рук будет течь, он будет возвещать. Даже сила не сможет удалить всю печаль из их душ. Я разорву все цепи, принесу исцеление в их сердце. Говори им слово мое, пусть они не забывают моих обещаний. Пусть мое имя всегда с благоговением упоминается в вашем доме. Вы увидите, как мало-помалу проблемы заканчиваются, и в вашей семье воцаряется мое присутствие. Наступит время, когда вы с радостью увидите, как преображается их жизнь, как меняется их характер, и многие из них, которые казались потерянными, найдут мой путь и достигнут своего предназначения, благословения. Поэтому вы должны держаться за меня, не унывать из-за негативных событий, которые вы видите. У меня есть могущественный план, и мой план всегда исполняется. Нет никого, кто мог бы остановить меня. Но в вашем доме должен быть кто-то, кто горячо верит в меня, искренне, кто молится со всей силой любви, с верой и не падая духом. Вы и есть этот человек. Молись за свою семью, и ты сокрушишь препятствия и одержишь победу. Я люблю тебя, люби их. Отдыхайте во мне, в моих руках я держу ваше настоящее, в моем сердце – ваше будущее. И благословение, которое приходит в твою жизнь, является доказательством того, что я избрал тебя. Агрофух – це проста та зрозуміла с**ть.